Всем привет! Можно бесконечно перечислять плюсы жизни в Китае, но давайте обсудим минусы тоже. Еда. Наверное, один из самых больших минусов. Не сразу можно к ней привыкнуть. Жирная, острая, с китайскими специями. По правде скажу, многие мои знакомые до сих пор не могут привыкнуть к китайской пище и ищут ей альтернативу. Менталитет китайцев. Китай – страна со своей культурой и манерой поведения. Если честно, к этому порой тяжело привыкнуть. Плевки на улицах и не только. Сверкающая пузо взрослых китайцев. Дети, справляющие нужду на улице. Курение повсюду, даже в лифте. Основной недостаток учебы в Китае – это языковой барьер. Ежедневно следует поднимать свой уровень языка, потому что его просто не хватает для изучения профильных предметов. Даже если у вас отлично выходит поддержать разговор с китайцами, на лекциях у вас будут возникать вопросы в плане понимания и освоения новой информации. Долго привыкала к общественным порядкам и особенностям. Например, туалет в полу. Звучит странно, а в первое время было даже жутко. Но со временем привыкаешь, и кажется, что это очень даже гигиенично. Мусор и грязь на дорогах. По вечерам особенно большое количество мусора. Все бросают по углам на дорогу. Однако на следующее утро этого ничего уже не будет. Весь мусор будет отсортирован, а дороги вымыты. Несмотря на все недостатки, жить и учиться в Китае – это огромная возможность прокачать себя по всем параметрам. Жизнь за границей заставляет вас по-другому посмотреть на привычный мир, на людей, с которыми общались, и, конечно же, на самих себя. Вот и все. Всем спасибо за просмотр.